Добрый день. Продолжая тему гидроплазмы. Раньше в наших реках и озерах была вода с гидроплазмой. Сейчас, к сожалению, в результате воздействия человека на природу, в результате того, что огромное количество ядерных испытаний происходило, очень большой поток негативных мыслей в пространстве. Еще, сами понимаете, поля удобрялись удобрениями, и сейчас они удобряются. То есть вносятся в землю какие-то неправильные, несвойственные земле вещества. Таким образом, мы пьем воду. Какая вода? Какая она по структуре? В результате получается как бы вода мертвая, она без души. Но когда в дом входит гидроплазма, концентрат воды, то вода становится живой, биогенной. Если вы одну каплю капаете на литр, либо на 2 литра, либо на 3 литра, тогда вы можете пить хорошую биогенную живую воду. И ваше здоровье скажет вам спасибо.